Стрелки моих часов в полночь нас отправляют. Нам уже не до снов, нам машины сигналят, заставляют наш пульс биться вместе с басами. Ты целуешь меня и с тобой, как цунами. Mouths are moving, people talking slowly in my ears. Another year goes. Итак, прямо сейчас мы узнали победительницу конкурса Top People Murmans 2015. И прямо в данную секунду мы хотим взять у нее интервью, чтобы она поделилась своими эмоциями и сказала, что она чувствует. Олесь, привет. Какие чувства тебя переполняют? Привет. Это была очень неожиданная победа. Я просто была сама собой, старалась дарить людям улыбки где-то. Скажи, что бы ты могла посоветовать девушкам, которые примут участие в этом конкурсе в следующем году? Я хочу посоветовать всем девочкам выкладываться по полной, постоянно ходить на дефиле, не пропускать ни одну тренировку, ведь именно из этого всего складывается успех. Представь, что ты сейчас будешь вещать на весь мир. Передай просто какой-то месседж людям, которые смотрят это видео. Это один из самых ярких моментов в моей жизни. Всем спасибо! Ну вот и закончился конкурс под названием Top People Murmans 2015. 2.5 месяца кропотливой работы не прошли зря. И лишь одно хочется добавить в конце. Становитесь красивыми для самих себя. И пускай вашу красоту увидят многие. С вами был Максим Спешл, Грейглс Кафе. Увидимся!